мая месяца занялись этой деятельностью. На сегодняшний день уже больше 30 единиц прошло через наше предприятие. Это и ремонт, и восстановление, и модернизация, и защитные экраны демодулятивные, и бронирование. То есть всего по чуть-чуть. То, что успели делать на сегодняшний день. Если сравнить эту деятельность с вашим основным профилем работы тепловоза ремонтного. К сожалению, тепловозов за это время сделано меньше, чем военный. То есть, если какой-то предприятие уже практически. По количеству техники получается, что мы военной техники, к сожалению, делаем все больше, чем гражданской, чем то, которое нужно делать в основном. Ничего не поделать, такое веяние времени. С недавнего времени действительно подключились волонтерское движение нам на помощь, потому что мы не в состоянии все это делать за свой счет. Изначально это начиналось за счет собственных средств, выполняли все эти работы, но, к сожалению, тоже наши возможности не безграничны, поэтому спасибо волонтерам. В частности, Давид Браунда, которые подключились к нам, помогают при активном их участии. Я надеюсь, что мы дальше сможем продолжать эту деятельность.